театр и смотреть, как танцуют балерины, и учиться у них вот этой красоте классического балета. Вы видели оценку Веры Сесиной, она составила 18,50 балла, и эта оценка меньше, чем у Ольги Капрановой. Анна Бессонова, Украина. На Ане очень красивый такой красный купальник. Обратите внимание на великолепные прыжки этой гимнастки. Это называется «Жетен Турнан». И Аня очень часто использует именно эти прыжки. Они ей удаются. Вот это тоже она немножечко поторопилась выйти на прыжок. Нога, значит, наверху, а другая на голове. Немножко торопится Аня, хочет немножко все побыстрее музыки сделать. Ну, конечно, волнение, естественно, волнение. Вот это я немножечко не поняла. Я думаю, что-то она тут пропустила, видимо. Непонятный был элемент. Но, может быть, так задумано, что просто поднять ногу, опустить ее. Вот это прыжки, знаменитые прыжки делает Аня и делает их Годунко Наталья, которая в свое время открыла и делала первая наша Оксана Костина. Но настроение у нее при исполнении было хорошее. Не могу сказать, может быть, что-то там у нее такая была задумка в упражнении. Мне показалось, что ошибка. Ну, а по предмету вы ничего не заметили? По предмету... Нет, она поспешила на прыжке, который вот сейчас, наверное, пойдет на повтор. Вот видите, и у нее скакалка упала на пол. Вот, это тоже ошибка считается. Я не знаю, но будут все решать судьи. Прекрасно были выполнены шапы, серии шапы. Нам кажется прекрасно, но все решают судьи. Перед ними лежат карточки, и что записано у Ани, они должны посмотреть. Вот тут тоже, видите, пошла ошибка. Я говорю, она не как-то в середине вдруг заторопилась. Могла бы сделать, конечно, лучше. Я наблюдала за Аней последние ее соревнования. Она была более стабильная, уверена, чем вот здесь на Европе. Но я думаю, нервное напряжение, конечно, имеет. Вот видите, вот я вот это совсем не могу да, понять. Да, Аня Бессонова. Думаю, что что-то тут... Относится к категории тех гимнасток, тонких, чувствительных, ранимых и не всегда может собраться с первого упражнения. Вы видите оценку ее 17,4. Это третий результат.